Здравствуйте, подписчики канала Хитсад ТВ. Сегодня мы разберем еще одну очень интересную тему – катки из ДПК. Древесно-полимерный композит – это универсальный материал, подходящий для изготовления широкого спектра продукции. В частности, ДПК может быть использован не только как основа для изготовления террасной доски или садового паркета, но катки для цветов и деревьев тоже изготавливаются из этого материала. Садовый декор из ДПК украсит внутренний двор, парадную зону, садовые дорожки, лестницу, крыльцо, террасу, площадку для отдыха. И выбирать его нужно, исходя из соображений функциональности. Сейчас наиболее популярны для садового декора являются деревянные, металлические, каменные и пластиковые материалы. Так вот, садовый декор из ДПК вобрал в себя все лучшие свойства этих материалов. Он практичен, долговечен, не требует обработок и ежегодной покраски. Уникален по цвету и форме, своеобразен по фактуре. Устойчив к избытку влаги и перепадам температур и оптимален в соотношении цена-качество. После выбора предназначения габаритов нужного декора стоит подумать о цвете. Совет. Не стоит чрезмерно увлекаться ярким декором. Оформление не должно быть ярче цветочной композиции, высаженной в нем. Наиболее популярным ландшафтным дизайном является садовый декор светлых, спокойных оттенков – серого, бежевого, кремового и коричневого цветов. Подобрать нужный размер катки, посмотреть их технические характеристики можно на официальном сайте производителя hitsad.ru. Кстати, обратите внимание, большинство катки из ДПК имеют металлический каркас. Соответственно, срок эксплуатации этого предмета практически не ограничен.